Каков уровень конкуренции на предстоящих выборах в Госдуму и как он влияет на легитимность и прозрачность избирательного процесса? Обо всем этом и не только сегодня поведала председатель Ресизбиркома Лариса Абазалиева. Ахмат Халкичев продолжит. Эта кампания в Государственную Думу отличается большим количеством участников. Свои кандидатуры по одномандатному округу нашей республики выставили 8 представителей различных политических партий. А по федеральным спискам участвуют 14. В свою очередь, высокий уровень конкуренции обеспечит нам максимальную прозрачность и легитимность избирательного процесса, отмечает председатель Ресизбиркома Лариса Абазалиева. Я очень надеюсь, что каждый избиратель найдет своего кандидата и близкие ему по духу взгляды, убеждения и политические платформы. На предстоящих думских выборах будет доселе невиданное количество людей, которые имеют право не только наблюдать, но и получать всю необходимую документацию, участвовать в избирательных процедурах. Ведь каждый из кандидатов, а также и политические партии, имеют право направить на избирательные участки до 6 своих наблюдателей и назначать одного члена комиссии с совещательным правом голоса. Добавим к этому еще наблюдателей от общественной палаты, и мы с вами получаем беспрецедентное количество людей, которые находятся на участке. А еще для обеспечения тотального контроля за избирательным процессом впервые в нашей республике развернут центр общественного наблюдения. И практически все избирательные участки охвачены системой видеонаблюдения. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево, Черкесия.